обязательно шляпу. Первое. Практически 30 сантиметров воды. В магазин пойти. Это полная опа. Магазин вон там. Красава! Мебель, естественно, вся испорчена будет. Куда вообще обращаться, что делать, неизвестно. Ливневки, конечно же, не справляются. Мы поднимаем какую-то мебель. Но вот, собственно, что делать, не знаем. Ну, вызвали машину для откачки уже, но сейчас очень много вызовов, поэтому долго будут ехать.